Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. И пойдем начнем проходить серию испытаний. Так, раз, два, три. Возьмем Ваньку и Супер Шредера. Ну да, это самая эффективная команда у нас получается. Ванька-то как у нас, ты заметил, как он у нас быстро влился в коллектив? Я вот сейчас только начинаю это догонять. Ведь раньше мы его не брали, а теперь все. Полноценный, как говорится, член нашей команды. Так, вырубаем. Ну что, Бибопчик, пора тебе на покой. Ну, Ванек, отлично. Хотя вместо Ваньки здесь должен быть, знаешь кто? Конечно же, Усаги. Да-да. Так, надо было здесь, наверное, сделать массовую атаку, да и все, и не париться. Хотя, валунчики из Армагона. Так, выжил Рокстеди, выжил Бибоп. Так, минус. Минус, отлично. Ну что, прошли. Так, забираем наши награды. И дальше нам нужно с тобой... Кстати, да, мы номера нашли. По-моему, нашли еще в прошлой серии, да? Если я не ошибаюсь. Точно. Значит, нам нужно найти два... два ноутбука Дони. Поехали. Что-то пока неудачно. Опять мимо. Один нашли. Нужно два. Нужно нам с тобой два ноутбука. Но что-то я не вижу. Кольцо крутости выпадает, и все. Есть, нашли. Так, что нам дальше нужно? 13 кружек. 13 вот таких вот кружек. Раз. Два. Так, две кружки нашли. Третья. Четвертая. Четвертая. Пятая. Ну давай шестую найдем и будем, наверное, заканчивать поисками. На следующую серию уже перенесем. Или в конце, если у нас останется, конечно, пицца. Так, здесь мы забираем награды. Поднять уровень персонажа. У нас минутогена сколько? 10 тысяч, но этого мало. Кстати, вот это надо здесь обменять. Зачем нам 54? Ух, тут вообще 73, прикинь. 58. 19. Я имею в виду, это, ребята, дубли. Конечно же, дубли. Тут 10. 6. 55. Прикинь, 55 дублей. Обмениваем, конечно же. Там 20, тут тоже 55. 20, 39, 34. Да. Дофигища, короче, их. Ладно, сейчас нас не это интересует. А интересует нас турнирная арена. Как ты видишь, мы с тобой в Лиге Сёгунов. Одна звезда. Ранг 84. Но также у нас есть и испытания. Ну что, мы будем проходить, наверное, вот это вот. Живи долго и играючи. Поехали. Команду, наверное, мы возьмем немножко другую. Вот так вот. А вместо... Ладно, в принципе, так и сгодится. Ну, естественно, ребят, на первых порах мы ставим на автобой, потому что они здесь сами справятся. Причем на изи. 10 уровень им вообще, это, знаешь, расплюнуть. И к тому же здесь всего лишь 3 волны. Так, это у нас кто? Рыцари-скелеты какие-то? Что они здесь вообще забыли, а? Причем мы бежим в каком-то подземелье с ловушками. Ты заметил, да, когда они бежали, тут столбы такие падали. Тут огненные ямы. Так, Рахзара в минус. Пиццелицей падает. Ну и, соответственно, тут уже остаются у нас люди-грибы. Первые прошли. Блин, по-моему, тихо. Или мне кажется... Ну, можно, конечно, чуть-чуть прибавить, да, громкости. Совсем капелюшку. Так, ну что, пошли дальше. Эпизод второй здесь у нас, как видишь, дается пиццелицей. Опять же, я ставлю на автобой. И понеслась.
Так, я не знаю, ребята, сегодня я видосик выложу или нет. На втором канале для вас приготовил очередную серию по игре Карамоны. И также еще будет одна новенькая игра, которая называется... А как она называется? Твою ж налево, я забыл. Твою налево, вылетело из головы. В общем, короче, ребят, там такая игрушка. Ходишь, короче, девчулей и валишь всяких упырей, ушлепков. Ну, в общем, мне понравилось. И стилистика микропиксель. Ну, то есть то, что я люблю. Так что заходите и можете смотреть и наслаждаться. И еще там выйдет скоро игра. Она сейчас у меня пока на рендеринге стоит. Это будет у нас Metal Unit. Это, оказывается, рогалик. Ну, практически рогалик, ребята. То есть придется неоднократно умирать, соответственно, прокачивать себе скиллы и новые там виды оружия получать и, соответственно, дальше идти в бой. Я думаю, что многие ее видели. Эта игра не новая, но, тем не менее, довольно прикольная. Так, что у нас тут? Последняя волна? Ну-ка, хоть бы кто-нибудь сделал массовую атаку, а? Ни Армагон, ни Леонардо, ни Бакстер, ни Усаги. Вообще никто. Ну, видимо, решили, что они и так справятся, а в принципе у них это и получилось. Так что погнали дальше. Переходим с тобой на какой там? На четвертый эпизод, по-моему, да? Окей, четвертый эпизод. Погнали. Еще раз повторяю, здесь, именно на этой, на прохождении этих эпизодов, ребята, у нас в конце будет кожеголовый, которого нам нужно, ну, фармить, естественно. А так основная цель у нас, конечно же, жетоны. Будем жетоны, возможно, нам еще и будет выпадать кожеголовый. То есть, как бы, всегда будем в выгоде. Так, здесь у нас все нормально. Ну, как видишь, уже 4 волны. Позже, после черепашек, у меня будут драконы-всадники Олуха серия. И сегодня я... Ну, естественно, Юрский парк. Да, ребят, продолжаем играть. Наконец-то все заработало. Во все аккаунты я смог зайти. Как я уже ранее говорил, что все-таки это, ребята, не моя вина. Не в соединении, как мне писали, а, наверное, что-то с серверами было. Потому что не могло вот так вот не входить, не входить. Все время писали, что недоступно. И потом бац, и туда, и туда я смог зайти. Ладно, главное, что наши сейвы остались, и все, как говорится, нормально. Так, ну что, мы с тобой переходим на пятый эпизод. На пятом эпизоде у нас разыгрывается ДНК на Рафаэля Ролевого, который тоже у нас есть. Но, тем не менее, все равно придется их разбомбить. Как же здесь вот эти вот ребята, вы посмотрите на эти крысы, на их физиономии, как они противно выглядят. Да? Этих крыс отправлял в свое время, я помню, крысиный король, он мог ими управлять. А я еще помню еще серию, по-моему... Он сплинтером вроде бы начал управлять. Король-то этот, крысиный. Так, тут скелеты. Откуда вот эти вот скелеты, я правда не знаю. Из какой мультивселенной они тут взялись. Но это 100% из серии, где, наверное, присутствуют черепашки ролевые. Наверное, это ихняя вселенная. Так... Потому что, видишь, это тут Робин Гуд, тот вообще какой-то варвар у нас, Рафаэль. То есть ролевики. Так, это у нас была последняя волна, и мы переходим на шестой эпизод. А всего их здесь, по-моему, 8. 8 эпизодов. А вот он, Рафаэль ролевой. Да, здесь 8 эпизодов, мы с тобой двигаемся на шестой. Пицца тает, точнее не пицца, а сыр тает на глазах. Тут 4 волны. А, по-моему, на последних будет по 5 волн. Так, Усаги красавчик сделал небольшой баф на наших бойцов. Именно по двойной атаке. На второй волне, опять же, вот эти вот рыцари. То рыцари-скелеты, да, заметь. То рыцари обычные. Ну, это типа вот клан футовцев, можно так и сказать. Только в средневековье там как где-то. Окей. Так, этого тоже рубанули. Здесь.
нормально. А вот насчет ХКР-ки, ребят, не знаю. ХКР-ки, наверное, сегодня не будет. Будет завтра уже. Потому что сегодня я еще хочу поиграть для второго канала. Кто-то писал: Рэй, а когда, почему ты не будешь, не снимаешь больше ролики для третьего канала? Друзья мои, ну я вам так скажу. Элементарно не хватает времени. Потому что когда я был в отпуске, да, я мог делать практически на все три канала свои ролики, контент. Сейчас, к сожалению, не могу. Не успеваю по времени. Поэтому я ограничился пока двумя каналами. Это вот наш основной и второй канал. Так, ну что, переходим с тобой на седьмой эпизод. Это предпоследний. Здесь у нас будет кожеголовый босс, который якобы проникнет в банк. Ну и, соответственно, захочет там стырить монеты. Золото, точнее. Да. Как видишь, здесь у нас 5 волн. А, кстати, уровень 70 у противника здесь. Значит, на последней битве будет 80. Получается так. Замечательно. Двигаемся дальше. Третья волна. Здесь у нас просто скелеты, которые будут рассыпаться, наверное, с одной плюшки. Да? Да нет, не с одной плюшки. Вот, например, Шредер две плюшки сделал. На предпоследнюю пошли. И здесь у нас уже черепашки ролевые. Бакстер сделал все-таки массовую атаку. Рафаэль в ответку нам. Так, минус Майки, минус Лео, минус Раф. Ну и, соответственно... А, Донни хиляется. Наш Супер Шредер тоже решил врубить хил. Так, Усаги месть делает. Окей, ну и вот сам кожеголовый. Вот он. Явился, не запылился. Так, мы уже на него повесили. Зачем ты, Лео, делаешь? Можно было бы и без нее обойтись. Там уже только начало боя было, сразу, ребят, повесили на него постепенный урон, так что он долго бы здесь в любом случае не побегал. Ну что, двигаемся дальше. Последний поединок, это на эпизоде 8. 85 уровень здесь. Ну, я думаю, что наши бойцы, наверное, все-таки справятся здесь с этим 85 уровнем. Так, Усаги делает месть. Но почему-то месть, ребята, не активировалась. Здесь нет, видишь, иконки того, что у него месть. То есть баф не сработал. Ничего себе, скелетоша тут наяривает. Так, здесь у нас рыцари. Этот рыцарь мне напоминает нашего рыцаря из игры Tower Conquest. Черного мечника. Да? Такой же, в таком же шлеме. Только почему-то странно шлем, и, видимо, он в кольчуге. Это кольчуга, я так понимаю. Ну, ясно, наверное, не курточка надета. Было бы смешно. Ниндзя в курточке. Скорее всего, это кольчуга. Так, смотрим, что здесь. А здесь у нас просто скелеты. Хоть бы один сделал бы массовую атаку, и все, и не парились бы. О, Леонардо решил, молодец, красавчик. Умница. Четвертая волна. Здесь у нас черепашки ролевые. Замечательно. Так, давай. Да что ж ты не смог Рафаэля добить? Усаги делай. Так, Леонардо берет провокацию. А Донателло еще и хиляет. На, ракетами. Клинками. Армагон добил. Так, и Лео пробивной делает. Ну и опять же кожеголовый. Давай, иди сюда. Что-то там ныкается, прячется. Непонятно, что он там делает. Сейчас мы с тобой будем разбираться. Так, Супер Шредер делает постепенный отхил. Армагон делает валун. Неужели они начали делать массовые атаки? Это что-то с чем-то. Да все, ребят, ему крышка. Постепенный урон его добил. Красавчики. Просто молодцы, отработали как надо. Так, ну что, давай, у нас, наверное, я надеюсь, еще остался там немножко сыр, чтобы мы могли пофармить чуть-чуть хотя бы.
Кожеголовый, две ДНК. Шикарно. Ну что, попробуем, да? Да, две попытки есть. Карта Бибо Бима и $3. Ну, не получилось. Так, друзья, ну что, а мы переходим на турнирную арену. Лига Сигунов, одна звезда, как я уже говорил ранее. И попробуем сейчас обновить пару разиков. Ну, чтобы посмотреть, 15-19 это будет стабильно или все-таки могут что-то дать повышенное нам. Скорее всего, нет. Скорее всего, 15-19 это как бы стартовая точка. Ну что же, раз тут 50 уровень, мы начнем тогда с наших бойцов. Не будем пока здесь применять силу. Я имею в виду мощь. Хотя, ладно, попробуем. Попробуем сами справиться. Слава богу, у нас здесь с тобой 3 хила. Так что, наверное, вытянем. Да, если так пойдет дела. Почему? Вот объясни мне, вот они уровнем намного меньше, чем мы. Намного меньше, да? Но ходят они все равно, ребята, первые. Давай-ка мы, наверное, так вот ускоримся чуть-чуть. И поехали. Донни делает массовую атаку. Такс, кого нам тут добить? Я вот не знаю, ребят. Повышенная атака идет по этому. Но я хочу, наверное, сделать все-таки на Микеланджело. Да, мы его не вырубили. Так, он уходит в инвиз. У нас Хунти есть массовая атака, кстати. Так, у Донателло есть. Плохо, что Сплинтер сейчас делает баф. Ну-ка, попробуем. Так, дрон сработал, в принципе, нормально, я тебе скажу. Блин, все равно не хотят все... Все на морозилку выступают. Так. Нам бы надо Шреддера убрать, чтобы он не хилялся. Не вышло ни шиша. Все-таки я попробую его добить. Отлично. Так. Давай-ка звезданем, наверное, в Сплинтера. Попробуем добить Бибопа. Отлично. И остается у нас Бакстер Стокман. Веер брось в него. Ай-яй-яй. А так если? Замечательно, ребят. Но опять же я тебе скажу, что я не волновался из-за счет того, что у нас здесь три хиллера. То есть Донателло, Морозильная Кошка и Эйприл. Так, с 90-го места мы переходим на 68-ю позицию. Ну, я так понимаю, нам не будут давать усиленную. Также вот будет по-прежнему 15-19. Скорее всего, 15-20 нам здесь не видать. Окей. Так, я возьму, наверное, здесь нейтрализатора. Раз, два, три, четыре. Вот я не знаю, сможет ли нейтрализатор их всех нейтрализовать. Тем более одним выстрелом. Хил у них есть, это Майки. Наверное, начнем именно с него. Слабенько. Так, кролики. Ну, я так и думал, ребята, что он все-таки захиляет. Ну-ка, поехали. Ух. Вот это бомбанул. Так, минус Рафаэль. Ну, я так понимаю, добьем, наверное, Криса. Все, друзья мои, двигаемся дальше. Это Лига Сигунов, одна звезда. Сегодня в любом случае нужно дойти как-то до Лиги Мастеров. Одна звездочка. Кровь из носу, надо попытаться. Так, а смотри-ка, уже дают 15-20 и 14-18. Что-то тут слишком большой такой разрыв, тебе не кажется? Ну что, я возьму, наверное, здесь Макмана. Раз, два, три, четыре. Макмана именно из-за его мусорного урагана. Вылупляем. Он должен всех повалить. Отлично. Быстро, вообще моментально. То есть Макман уже может, в принципе, если его докачать до сотки, вполне может занять место в нашей команде. В основной, я имею в виду. Так, нет уж, давайте, раз уже вы давали 15-20, будьте добры выдать опять 15-20, потому что я не сфейлился и никаких не было там косяков, чтобы меня понижать. Здесь, я не знаю, здесь возьму... Я вот здесь возьму, наверное, Шархана и Паукуса. Вдвоем они пускай будут. Раз, два, три.
помогут нашим полтинничкам. Ну-ка, посмотрим. Хорошо, там Эйприл бедная вообще, ей не жить. Естественно, падает. Воу, тут все почти упали. Так, нет, этот успевает сделать себе защиту. Ну, естественно, она ему не поможет. На тебе. Ух, он выдержал удар от Крэнга. Хотя, да, Крэнг-то у нас еще слабенький. Он и не прокачанный вовсе. И уровень у него маленький, поэтому, конечно, выдержал. Так, ну что, сёгуны, две звездочки. Отлично. Взяли некий такой барьерчик. А дадут нам, интересно, 15-21? Сейчас я попробую пару раз паролить здесь. Наверное, нет. Скорее всего, не дадут. Не хотят. Ладно, возьмем Донателло. Раз, два, три, четыре. Если сейчас будет Хан у нас первым ходить по инициативе, хотя вряд ли, наверное, Донни все-таки будет первым, да? Да, будет Донни. Молодец. Так, вот теперь я, наверное, сделаю минус, чтобы не хилялся. Теперь Лео. Так, Майки Масуху применяет. Давай бросим баллончик, наверное, им крышка. Обоим. Все. Ну, что я хотел, то я и сделал. Двигаемся дальше. С 88 места мы переходим на 65. 15-20. Нет, ну дайте мне, пожалуйста, там, не знаю, 16-21. По идее, должно быть, да? 16-21. Есть. Так, ну тут уже и уровень сразу же становится 60-й. Поэтому я беру здесь Усаги. И вот этих ребят. Усаги, я надеюсь, что ты рубанешь здесь всех. Потому что я не хочу, чтобы они здесь вышли из-под контроля и начали тут буянить. Так что уж ты не подведи меня. Так, постепенный урон, кроме Донателло, на всех. Ах ты, Донни, успел хильнуть. Но, в принципе, ребята, это ничего страшного. Ну-ка. Блин. А если белочек выпустить? Да что ж так слабо-то? Так, ну Донни упал, это уже хорошо. Шипы. Постепенку не повесил, ну, в общем, Усаги добил. Прикольный такой чемпик сидит у него на плече. Это же маленький дракон. Кто-то мне говорил, что это слэш. На самом деле, по-моему, это, ребят, все-таки не слэш. Чемпи — это чемпи. Слэш — это слэш. Так, 16-21. Давай возьму Лео. Раз, два, три, четыре. Ну тут, конечно, команда такая. Я имею в виду в плане Леонардо-то понятно, что он сильный. Но сможет ли он рубануть их всех? Вот в чем вопрос. Я, в принципе, не сомневался, что не получится. Ладно, вызываем космический корабль. А почему Леонардо управляет космическим кораблем, ребят? Че, в мультике такое было, что ли? Так, а Маузер это у нас, смотри-ка, они на уклоняшке сидят. Но Леонардо все равно их пробьет. Это уклонение им просто не помогло. Оно их не спасло. Так, что-то я смотрю, у меня монитор так запылился. Так, с 43-го места мы подрываемся на 21-й. По идее, должны вот после этого поединка уже перейти в следующий ранг. А беру Бакстера. Раз, два, три, четыре. Что за подвисание, что за фризы начинаются, а? Ну-ка давай-ка так сделаем. Добьет, не добьет? Красавчик. Кто-то сказал: Рэй, возьми всех шредеров и поиграй ими. А сколько их, ребята, у нас? Сейчас почитаем. Супер шредер. Шредер такой. Шредер хилищий. И все. Получается, всего три шредера у нас.
Да. Это будет неполноценная команда, все равно, как ни крути. 16-21. Ну что, я беру Армагона. Раз, два, три, четыре. Ну, Армагон, я больше чем уверен, что он сейчас всех тут положит с одной плюшки. Он обязан это сделать. Да, Армагоша? Естественно. Естественно. Так, ну что, тогда двигаемся дальше. С 98-го мы прыгаем на 70-е. На 73-е. Окей. 16-21. Возьмем эту команду. Беру Супер Шреддера. Хотя, знаете что, не Супер Шреддера надо брать, а надо брать Ваньку. Ну ты понял, что сейчас Ваня сделает. Он достанет свою базуку и... Пау! Все, и они должны взлететь. Взвыть просто-напросто. Проверим. А я тебе о чем говорил? Вот то-то. С Ванькой лучше не шути. Так, двигаемся дальше. 55-я позиция. 16-21. 16-21. Может быть, дадите мне 16-22, а? Ну, пожалуйста. Хе-хе-хе. Дали. Надо было просто хорошо попросить. Так, я беру 80-ников в двух. Блин, правда, Джастина ждать что-то такого сверхъестественного, мне кажется, не стоит. Мы знаем его инициативу. Так, Зек. Блин, Зека, да, надо будет как-то тоже, ребята, до сотки прокачать. Он уже у нас давным-давно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, куда бьешь? В Зека. Давай, Майки. Блин, слабо бомбит, если честно. Это при том, что на них висит замедляха. Давай. Нет, 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 не надо, не надо, не надо, не надо. Давай бросай холодильник, Раф. Да чтоб тебя, кто у нас тут сейчас будет ходить? Не знаю, кто там будет ходить. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Минус рук, кстати. Что? И мумку вешает. Давай бросим гриб. Гриб. Такой, да? Пирожное достало, это гриб. Вот они, люди-грибы, скорее всего. Так, хильнусь я на всякий случай. И добивка. Ты серьезно? Ребята, он не смог добить. Прикинь. Какой же он жалкий, этот Джастин, ё-моё. Не знаю, ребят. Так, 38-е место. Смотрим. 16-22. Меня устраивает, в принципе. Беру Супер Шреддера. И раз, два. У нас сколько откатов? 21. То есть, если мы будем брать по одному откату, нам на 20 боев. Но в любом случае, до Лиги Мастеров мы сегодня точно доберемся. Ну что, погнали. Одной плюшки было достаточно, чтобы их всех тут раскурочить. Ну что, какое место? 15-е? 14-е, окей. 16-22. Слушай, я возьму, наверное, вот так вот двоих этих. И вот так вот. Будем отыгрывать, пока не трогая Супер Шреддера нашего. И пока не тратя откаты. Естественно, делаем уклоняшку. Попадет, нет? Нет, промахнулась. Теперь берем с тобой провокацию. И сейчас будет Рафаэль раздавать контратаки. Так, тут еще замедляха. Зря ты так, парень. Вот это, кстати, тоже атака неплохая, но ее нужно, ребята, прокачать. Именно так, он тоже массовую атаку делает. Слушай, ты не забывай, что у Бакстера Стокмана есть мощная атака. Если он сейчас ее применит, а именно волну у нас... Ух, кто-то упадет. Пока еще никто не упал, но...
Блин, нельзя брать на него провокацию. Просто нельзя, ребят. Попробуем плечом. Фигня, это полный хил. Естественно, хиляемся. Естественно, хиляемся. Попробую карайку уничтожить. В плане. Ничего себе, она еще и выжила. Ну-ка. Молодец. Молодец, Рафаэль. Ну что, ребята, переходим дальше. Какая там у нас позиция сейчас будет? А вот Лига Мастеров. Шикарно. Лига Мастеров, одна звезда. Может быть, попробуем до двух звездочек добраться, а? Что скажешь? Каковы шансы наши добраться сегодня? В принципе, шансы есть, ребята. Но придется откаты тратить. Ладно, возьму вот эту вот команду во главе с Андрюшкой. Раз, два, три, четыре. Так, ну тут 65 уровень. В принципе, Шредер может их всех запинать. Если повесит постепенку. Помимо урона, если повесит постепенную. Да, все отлично. Давай, Шинигами. Вот она тоже на себе вешает. Видишь, ребята, дебаф. Как бы она превращается в стаю летучих мышей, делает укус и вешает на себе замедление. Это то же самое, как и у Супер Шреддера, да? Когда он делает свою массовую атаку, на нем висит потом понижение меткости. 17-23, ничего себе. Так, берем Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Сколько там еще поединков? Наверное, поединка 2 еще у нас будет в запасе. Ну, погнали. Угу. Добьешь? Ну, почти, почти получилось. А так, если... Да, как же я обожаю бойцов, у которых есть массовые атаки. Я и вам всегда говорил и рекомендую. Прокачивайте бойцов, у которых есть массовые атаки. Любых, ну, кроме Джастина. Джастин почему-то не справляется. Ну, естественно, его можно качать, ребята, но, мне кажется, в последнюю очередь. Вы сами прекрасно видите, насколько он неудачен. Это несмотря на то, что у него массовые атаки, причем две массовые атаки. Но инициатива — это, конечно, жесть. То, что он ходит последним, и массовые атаки, они наносят не очень мощный урон. Вот Шреддер, я понимаю, как сдаст звездюльку, мало не кажется, да, никому? Всех разносит. Пинц. И все, ребят, тут тоже победа. Так, и сколько у нас там еще остается бойцов? Ну, естественно, через Шреддера будем играть. 36-я позиция. Угу. Так, ну что, берем Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Друзья мои, мы полностью с вами уложились. Чуть-чуть, возможно, нам не хватит, чтобы перейти в Лигу Мастеров две звездочки. Но мы с тобой уже в следующей серии это доделаем. Возможно, не то, что дойдем, мы даже, может быть, возьмем топовое место, как обычно мы это можем сделать. Так, нежданно-негаданно, да? Ну что, клан футовцев вызовем. Отлично, отлично, ребята. Ну, остается глянуть, какое место нам дадут. Где-то 15-е, наверное, да? 16-е. Ну и, в принципе, как бы все. Единственное, что нам осталось, это поднять уровень персонажа. А это будет именно, наверное, хватит у нас на нашего Макмана еще левел поднять. Как раз хватает. Друзья мои, 96 уровень у Макмана. Еще 4 левела, и будет он соточкой. Так, пиццы у нас осталось совсем немножко, поэтому давай ее потратим на поиски кружек. Ага. Так, здесь мутаген выпал. Еще одна кружка. И
Все, не хватает, ребята. Тут, как ты видишь, 7 кусочков пиццы, а нам нужно 8. Ну, я считаю, что, ребят, неплохо мы сегодня подрались. Все очень круто. Задания все выполнили. Все у нас сделано. По предметам тут все тихо. Жетонов по-прежнему 455. Так что, ребята, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.